بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Уважаемые мусульмане, дорогие братья, мир и милость Аллаха Джалла ва Аля каждому из нас. Пусть Аллаху Джалла ва Аля окружит нас любовью, заботой, милостью и милосердием. Да, я Раббана, мы благодарны Тебе за Твою милость, ибо мы знаем, я Раббана, как Ты однажды обратился к посланнику и сказал: «Я Мухаммад, я вижу, как ты любишь свою умму, я вижу твою любовь к своей умме, я вижу, как ты заботишься и думаешь о них». Поэтому я решил, я Мухаммад, да поручит дело твоей умме тебе, я Мухаммад. Делай с ними, что хочешь. Поступай с ними, как хочешь. Обрадуй их, как хочешь. На что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, ответил и сказал: «Нет, я Раббана, нет, о мой Аллах, Аллаху Джалла ва Аля говорит, почему я Мухаммад? Почему я Мухаммад?» На что посланник отвечает и говорит: «Я Рабби, анта архаму бихим минни». Я знаю, что ты их любишь больше меня, я Раббана. Ты их больше любишь, я Раббана. Поэтому я не хочу, чтобы ты поручил дело моей умми ко мне, я Раббана. Нам. Аллаху Джалла ва Аля больше любит нас, и Он больше проявляет жалость, милость и милосердие к нам. Поэтому Господь миров, Аллаху Джалла ва Аля, не спосылал на нас самого милостливого, милосердного человека на земле, Саиди я Расул Аллах. Ибо он, Аллах Джалла ва Аля, сказал о нем: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, ва ма арсалнака илля рахматан лиль аламин». Ты не послан, я Мухаммад, как милость для миров,
Да, я сейди, я Расул Аллах. Ты пришел на эту землю как милость от Аллаха Джалла ва Аля для миров, ибо ты доказал это, я сейди, я Расул Аллах, находясь в Таифе, когда люди, богатые люди Таифа, изгнали тебя оттуда, закидая тебя камнями, я сейди, я Расул Аллах. И когда твои ноги оттекались кровью, над тобой издевались и надругались, я сейди, я Расул Аллах. И ты с большим терпением относился к тому, что сделали с тобой люди Таифа, я сейди, я Расул Аллах. Когда Господь миров, Аллаху Джалла ва Аля, посылал к тебе Джибриля и сказал: «Я Мухаммад, если ты хочешь, мы уничтожим этих людей Таифа, мы поставим их между горами, мы похороним их, мы закопаем их, я Мухаммад». Ты обратился к Господу миров, я сейди, я Расул Аллах, и сказал: «Аллахумма гфир ли кауми, фа иннахум ла яалямун». О Аллах, о Господь миров, прости этих людей, ибо они не знают, я Раббана. Потом он обратился к Джибрилю и сказал: «Я Джибриль, я надеюсь, что еще из этих людей выйдут люди, которые завтра скажут: «Ла иляха илляллах, Мухаммадун Расулуллах». Я сейди, я Расулуллах. Я сейди, я Расул Аллах. И прав же тот Господь миров, который сказал про тебя: «Вама арсальнака илля рахматан лиль аламин». И был же ты ниспослан, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, как милость для миров. И ты это доказал, я сейди, я Расул Аллах, когда, находясь на кладбище Бакиъ, плакал настолько, я сейди, я Расул Аллах, что помоклась твоя борода, я сейди. А потом говорил: «Я сейди, я Расул Аллах, лакад иштакту иля ихвани». Когда тебя спрашивали твои сподвижники: «Я сейди, я Расул Аллах, зачем же ты плачешь, я сейди, я Расул Аллах?» Ты сказал им: «Я сейди, лакад иштакту иля ихвани». Воистину я соскучился по своим братьям. Сподвижники спросили тебя: «Я сейди, я Расул Аллах, а валасна ихванука, я Расул Аллах, разве мы не являемся твоими братьями, я сейди, я Расул Аллах?» На что ты ответил: «Я сейид аль-умана, ла». Нет, говорит, о мои сподвижники, вы не являетесь моими братьями,
Вы являетесь моими сподвижниками. Сподвижники спрашивают. Они удивленные. Удивленные любовью посланника, саллаллаху алейхи вассалям, к братьям своим. И они спрашивают, а кто же они, твои братья, я сайиди, я Расул Аллах? Посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи вассалям, о мои сподвижники, это те, которые не видели меня и уверовали в меня. Нам. Он проявлял свою любовь даже к тем, которых он не видел никогда, сайиди, я Расул Аллах. И ты выразил эту любовь тогда, когда еще нас не было в утробе матери, я сайиди, я Расул Аллах. И как же правильно ты выразился, я сайиди, когда ты говорил туба лиман амана би, лиман раани ва амана би. Счастлив тот, который видел меня и уверовал в меня. А дальше ты трижды повторил эти слова, я сайиди, я Расул Аллах. Сказав «Сумма туба», а потом еще раз счастлив, еще раз счастлив, еще раз счастлив. А кто же он счастлив, я сайиди? Посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи вассалям, это тот, который не видел и уверовал в меня. Аллаху Акбар. Мы счастливее люди. Мы счастливее тем, что мы являемся из умми великого человека на земле. Сайиди я Расул Аллах. Ты доказал эту любовь к нам. Тогда, говорит, тогда, когда ты ходил по Медине и встречал одного маленького ребенка, я сайиди, который игрался с воробьем. И ты каждый раз находил время, я сайиди, я Расул Аллах, подойти к этому ребенку и спросить, я Умайр, маза фаала нугайр, о Умайр, что же твоя эта маленькая птичка делает? Да, я сайиди, я Расул Аллах. Ты не брезгал садиться к этому ребенку. Ты всегда спрашивал у него. Однажды, когда ты шел, я сайиди, я Расул Аллах, ты нашел этого ребенка Умайра плачущим. И ты подошел к нему и спросил, я сайиди, я Умайр, маза фаала нугайр, о Умайр, что же твоя птичка делает? Он заплакал, я сайиди, и сказал, лакад матат я Расул Аллах, воистину умерла моя птичка, я сайиди. Поэтому я плачу, я сайиди, я Расул Аллах. И тогда ты сел к нему, я сайиди, и расспрашивал у него о этой птичке. Он плакал. И ты с ним плакал, я сайиди, я Расул Аллах. Утешить этого ребенка, успокоить его. Ты понимал состояние каждого человека и входил в его положение, я сайиди, я Расул Аллах. Сегодня твоя умма об этом забыл, я сайиди,
Я Расул Аллах. Мы отошли от этих ценностей и ушли, я Саиди. Я Расул Аллах. Как же сегодня мы нуждаемся в таких нравах, я Саиди. Я Расул Аллах. Когда ты проходил однажды по Мекке, это было тогда, когда только ты объявился, что являешься пророком, ты наткнулся на старую, больную, обездоленную, бедную женщину, я сейди, я Расул Аллах, которая тащит на спине, на своей спине дров, я сейди. Ты подошел к ней и сказал: женщина, мать моя, давай я понесу за тебя этот дров. И ты понес этот дров до конца, я сейди. И тогда она обратилась к тебе и сказала: я Расул Аллах, и сколько платить тебе за эту работу? Ты сказал, что это было сделано ради Аллаха Джалла ва Аля. И тогда эта женщина из-за любви к тебе, которая возбудилась у нее после этого твоего нрава, обратилась и сказала: сынок, я слышала, что в Мекке появился человек, самозванец, который говорит, что он является посланником. Если ты вдруг увидишь его, если он подойдет к тебе и скажет, что он посланник, ты не поверь ему, ибо ты заслуживаешь быть посланником, чем он. И ты тогда сказал: я Расул Аллах, это тот, который объявился, это я, о моя мать. И тогда она, посмотрев тебе в лицо, сказала: ашхаду алла илляха илляллах. وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. В ее сердце возбудился любовь к тебе, я сейди, только благодаря тому нраву, которого ты показал ей, я сейди, я Расул Аллах. То, что сегодня отсутствует в нас, в твоей умме, я сейди, я Расул Аллах. Как же ты это показал? Свою милость и милосердие к нам, когда однажды к тебе пришел Захир. Он был бедным, он был черным, он был чабаном, бедный, некрасивый чабан, который живет где-то на окраине Медины. И каждый раз, когда он приезжал в Медину, он заходил к тебе, я Расул Аллах. Заходил, потому что он знал, что ты любишь его. Заходил, потому что ты давал ему внимание. Я Расул Аллах. И однажды, когда он приходил, я сейди, он не застал тебя. Аиша сказала: посланника нету дома, Захир ушел. Вернулся посланник Аллаха, ты. И Аиша сказала тебе: я сейди, я Расул Аллах. Она рассказала тебе, что приходил Захир, и тебя не застал, я Расул Аллах. Ты тот же час вышел искать Захира, я сейди, я Расул Аллах. Захира бедного, Захира обездоленного, Захира черного, Захира чабана. Он не Абу Бакр, он не Умар, он не Усман, он не Али, он не Саад ибн Аби Вакас, он не Халид ибн Валид. Он Захир, я сейди, я Расул Аллах, чабан, я сейди.
Какая же любовь у тебя была к этим бедным людям, я сейди, я Расул Аллах, то, что сегодня в нас отсутствует, я сейди, я Расул Аллах. Дальше что? Посланник ищет Захира, и он застал его на базаре. Захир сидит, стоит на базаре и продает масло, продает сыр, то, что он мог собрать. Будучи чабаном, хочет заработать, хочет выживать. Посланник сзади подошел, обнял Захира сзади и схватил его. И говорил: «Ты, я сейди, я Расул Аллах, кто покупает у меня этого раба? Кто купит у меня этого раба? Кто купит этого у меня раба?» Захир не знает, кто сзади. Он хочет вырваться, но посланник держит его, саллаллаху алейхи вассалям. Саллаллаху алейка, я Расул Аллах. Как бы сегодня мы побрезгали подойти и обнять чабана, я сейди, я Расул Аллах. Но ты не побрезгал, я сейди, я Расул Аллах. Он был в рваной одежде. Он был весь потный, я сейди, я Расул Аллах. И когда ты отпустил Захира, и он посмотрел на тебя и увидел тебя, я Расул Аллах, он сказал: «Анта, я Расул Аллах, и ты это, я сейди, я Расул Аллах». Посланник смотрит на него, и Захир смотрит на него. И Захир говорит: «Я Расул Аллах, и ты продаешь меня?» И Захир говорит: «Я Расул Аллах, потому что я черный?» Посланник Аллаха говорит, саллаллаху алейхи вассалям: «Валакиннака инда Аллахи галин, я Захир. Однако ты у Аллаха самый ченный, я Захир, хоть черный. Ты возле Аллаха галин, я Захир. Ты у Аллаха самый дорогой, я Захир. Аллаху Акбар, я сейди, я Расул Аллах. Как же мы нуждаемся в этих нравах, я сейди, я Расул Аллах. Я сейди, я Расул Аллах. Ты эту любовь доказал, когда однажды ты поссорился с любимой женой Аиша. Ты вызвал ее отца, Абу Бакрин ас-Сиддик. И когда он пришел, ты сказал: «Я Аиша, расскажи папе, что было между нами». Аиша ответила и сказала тебе: «Ты расскажи, я Мухаммад». А ты еще раз сказал: «Аиша, ты говори». А Аиша сказала тебе: «Ты говори, я Мухаммад». «Вала такул илля хакка». Но ты говори только правду, я Мухаммад. «Ла хаула вала куввата илля биллях». Разве посланник говорил неправду когда-либо? Нет же. Но Аиша сказала это слово: «Вала такул илля хакка». Только правду скажи, я Мухаммад. И тогда Абу Бакрин ас-Сиддик, человек, который больше всех любил посланника, человек, которого посланник тоже любил больше всех. Нам. Абу Бакра он больше всех любил. Однажды поссорились между собой Умар и Абу Бакр. Абу Бакр разозлился и наговорил на Умара. Умар, ради Аллаху анху, молча ушел. Абу Бакр опечалился. Он одумался. Он успокоился. Осознав свою ошибку, он идет за Умаром следом и говорит:
«Самихни я, ахи я Умар, прости меня, мой брат Умар». Разве мы так быстро одумаемся? У нас годы проходят, иногда уходим на тот свет, не прощая друг другу. Абу-Бакр бежит, ради Аллаху Ангу, и говорит: «Самихни я, Умар, прости меня, о мой брат Умар». Умар не простил, он вошел домой. Абу-Бакр, ради Аллаху Ангу, не знает, что делать. Ищет довольство Аллаха Джалла ва Аля, ищет довольство посланника, ищет прощение. Он бежит к посланнику и говорит. Он бежит к посланнику. Посланник видит, как бежит Абу-Бак, и говорит сподвижникам: «Амма сахибукум факад гамар». Воистину ваш брат Абу-Бакр с кем-то поссорился, поэтому бежит ко мне. Аллаху Акбар. Он дошел до посланника и говорит: «Я Расул Аллах, я поссорился со своим братом Умар. Я обозвал его, я Расул Аллах. Теперь мне больно, я сейиди. Теперь я не могу успокоиться, я сейиди. Теперь я не знаю, что делать, я сейиди». Посланник, увидев состояние Абу-Бакра, сказал ему: «Аллах простит тебя, я Абу-Бакр. Аллах простит тебя, я Абу-Бакр. Аллах простит тебя, я Абу-Бакр». Абу-Бакр утешился, он сел. Но Умар вошел домой. Как только вошел домой, злость ушла. И он думает: «Субханаллах, неужели я не простил моего брата Абу-Бакра? Неужели я закрыл над ним двери?» «Ла хаула ва ла куввата илля биллях». Умар бежит, ищет Абу-Бакра, радиаллаху анху. Как же мы нуждаемся в этом нраве, когда мы ссоримся между собой, биллахи алейкум. Годы, жизнь проходит у нас, что мы между собой не разговариваем. Умар бежит, и он зашел к Абу-Бакру, его нету дома. Он бежит к посланнику, Абу-Бакр там. Умар подошел, но слова не сказал. Умар сел, опустив взор на землю, Умар сидит. Посланник смотрит на Умара, и он хмуро смотрит. Злой смотрит посланник Аллаха. Абу-Бакр смотрит на посланника, а потом на Умара. И Абу-Бакру жалко стало Умара, радиаллаху анху. И он говорит: «Я Расул Аллах, я Расул Аллах, я обозвал его, я сейиди. Я поругал его, я сейиди. Я был виноват, я сейиди. Я притеснил его, я сейиди. Не смотри на него так хмуро, я сейиди. Я Расул Аллах». Но посланник внимательно смотрит на Умара. Умар, опустив взор на землю, не знает, что делать. Он видит посланника злой, саллаллаху алейхи вассалям. Злость посланника – это злость Аллаха Джалла ва Аля. Его довольство – довольство Аллаха Джалла ва Аля. И Умар это прекрасно знает, ради Аллаху анху ва арда. Но он не знает, что делать. Абу-Бакр, ради Аллаху анху, пополз к посланнику и говорит, стал перед ним: «Я Расул Аллах, я сейиди, я Расул Аллах, прости, я виноват, я сейиди, не смотри на него так хмуро, я сейиди, я Расул Аллах». Потом посланник Аллаха говорит, саллиллаху алейхи вассалям: «Валакад буисту илейкум, факультум казабт». Я был ниспослан на вас, о Умар, о остальные. Вы сказали мне, ты лжец. Вакала Абу-Бакр садакт. Абу-Бакр сказал мне, ты прав, я Мухаммад. Разве не Абу-Бакр первым принял ислам? А Умар и остальные сказали, ты лжец, я Мухаммад. А потом говорит Абу-Бакр, говорит, жертвовал собою
и имуществом, говорит, ради меня, ради ислама. Тогда, говорит, когда вы меня изгнали, а Умар... Потом посланник говорит, аватарику ли сахиби, оставите ли мне моего друга, оставьте моего друга Абу Бакра в покое. Аллаху Акбар. Вот так любил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Бакр ис-Сиддик. И Абу Бакр встал между посланником и Аишей и ударил ей. С носу течет кровь. Посланник видит это. И когда ты увидел эту кровь, я Расул Аллах, ты стал между отцом и дочерью и сказал Абу Бакр, я Абу Бакр, разве я для этого вызывал тебя? Разве Аллах меня этим не посылал? И ты показал, как нужно любить женщин. Я шаиди, я Расул Аллах. Сегодня мы избиваем их, калечим их. Слушай, брат ты мой, если ты не любишь ее, отпусти ее, не избивай ее. Не терзай ее. Не надо надругаться над ней, ибо у нее есть брат, у нее есть отец, у нее есть сын, дети, у него есть дяди. Отпусти ее, если ты не хочешь, если ты не любишь ее. Разве посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, избивал своих жен, как мы сегодня их избиваем? Биллахи алейкум. И ты показал, я сайиди, я Расул Аллах, свою любовь и отношение к своей жене. Я сайиди, я Расул Аллах. Однажды Умар, ради Аллаху ану, спросил тебя, я сайиди, ман ахаббу наси илейка, кого ты больше всех любишь, я сайиди? Ты сказал, Аиша. Аиша! Умму муминин. И Аиша ревновала, как наши жены ревнуют. Она была женщиной. И ты сказал, я сайиди, я больше всех люблю Аиша. Потом Умар говорит, сумма, ومن الرجال من يا رسول الله. Из числа мужчин, кого ты больше всех любишь, я сайиди? Посланник Аллаха говорит, ее отец Абу Бакр. Аллаху Акбар. Умар спрашивает, сумма ман я Расул Аллах, а потом кого я сайиди? Посланник говорит, сумма Умар. Сумма Умар, а потом тебя я Умар. Уважаемый брат ты мой, если бы сегодня посланник Аллаха кому-нибудь из нас сказал бы, что я тебя люблю, нашу реакцию какая может быть, кроме как слез от радости? Билляхи, билляхи алейкум. Умар говорит, сумма ман я Расул Аллах, потом кого я сайиди? Посланник Аллаха, ты сказал, сумма Усмана, ради Аллаху анху арда. Умар рассказывает, как однажды, говорит, мы шли по горе Ухуд. Я, говорит, был, посланник был, Абу Бакр был и Усман, говорит, были. Четверо, говорит, мы шли по горе Ухуд, и земля потряслась. Гора Ухуд потряслась. Посланник Аллаха ударил ногой, говорит, и сказал, «Усбут я Ухуд». Остановись, о Ухуд, ибо на тебе сегодня находится Набиюн, посланник, Васиддикун, Абу Бакр, Вашахидани, и оба шахида. Аллаху Акбар. Посланник предсказал,
что Умар и Усман падут шахидами. Избилось то, что ты сказал, я сейди, я Расул Аллах. Как же прав тот Аллах, который сказал, Бисмиллахи Рахмана Рахим, Вадаккир, фаинна зикра танфауль му'минин, напоминай им о великой нашей истории, напоминай им о великих пророках и посланниках, ибо это принесет пользу для правоверных. Как же прав тот Аллах, который сказал, Бисмиллахи Рахмана Рахим, Вадаккирхум би айями Аллах, и напоминай же им о днях Аллаха, Джалла ва Аля. И день, в котором ты родился, я сейди, я Расул Аллах. День, о котором нужно напоминать, я сейди, я Расул Аллах. Поэтому я решил сегодня эту хутбу посвятить о напоминании твоем, я сейди, я Расул Аллах, чтобы оно стало назиданием в первую очередь для меня, а потом для всех моих братьев и сестер, я сейди, я Расул Аллах. Всех благ, дорогие мои братья. Я поздравляю вас на самом деле с тем, что мы вошли в этот месяц, месяц, в котором мы будем говорить и говорить о этом великом человеке на земле, сейди я Расул Аллах.